Всем привет, дорогие зрители. Я приехал в район Обагёль. Здесь продается очень хороший 1+1, юго-восточная сторона, с видом на футбольную площадку и на зеленый вот этот сад. Тут стык районов Тосмор и района Оба. Там будет построен в той стороне люксовый проект от одного из качественных застройщиков в Алании. Отсюда расстояние до моря вот за этими отелями. Это отель Асия Бич и Каила Бич. За нею уже море. Как бы расстояние до моря максимум 320 метров до воды. Даже 321 метр где-то. Потому что вода ушла метр после этих землетрясений в том регионе, где произошло. Большой балкон. Квадратные метры тут нормальные, не маленькая квартира. Проект был сдан в 2012 году. Есть бассейн, крытый бассейн, внизу сауна, хамам, они не работают, только открытый бассейн работает, фитнес-зал работает. И все. Айдат был 300, сейчас сделали 800 лир. Бытовая техника фирмы Бека. Так. Тут холодильник Бека тоже. Кондиционер Siemens. Также есть фибероптика. Вот такая гостиная, совмещенная с кухней. Квадратный метр здесь минимум 54. Хорошая спальня. Где-то 12,5-13 квадратных метров. Жилая площадь. Здесь встроенный шкаф. Можно купить, получить ВНЖ. Переехать жить, также можете сдавать в аренду. Цена хорошая на данный момент по рынку, для инвестиций также подойдет. Локация очень хорошая, рядом по понедельникам рынок района Оба. А в той стороне, где я вам показываю, где будет строиться проект, в той стороне в четверг устанавливается рынок Тосмура. Рядом есть сеть магазинов, там Мигрес, Шок, Бим, Каррефурса и тому подобное. Стиральная машинка Бека. Тут тоже шкафчик. И проточный водонагреватель фирмы Siemens. Этаж средний, юго-восточная сторона. Хороший вариант на данный момент на рынке. Цена этой квартиры 155 500 евро. Там котлован стоит 240-260 тысяч евро 1+1, чтобы понимали. Инвестируйте. Итак, пойду я вниз, сниму бассейн. Значит, есть лифт, вместимый 3-4 человек. Спускаемся на нулевой этаж. Инфраструктура у нас есть внизу. Ну, как я сказал, только фитнес, вот то, что есть. Тут сауна, хамам, но они не работают, не знаю. Будет работать, не будет работать. Тут темновато. Открытый бассейн тоже есть, но не работает. Открытый бассейн снаружи. И здесь вход. Открытая парковка снаружи. Вот фасад здания. Вот как раз в понедельник установился же рынок. Бассейн. Отсюда начинается и где-то почти 700 метров продолжается рынок.
Так, хорошая локация, дорогие зрители. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Отсюда прямо выходите к морю.